Награды нашли своих героев. В Зале славы Национального олимпийского комитета сегодня чествовали участников недавно завершившихся в китайском Нанкине вторых летних юношеских олимпийских игр. 34 атлета защищали цвета белорусского флага в 16 видах спорта. Итог выступления – 9 медалей, 5 золотых и 4 серебряные. Для многих ребят эти награды стали первым серьезным достижением в большом спорте. Я доказала, что я все-таки что-то могу. И могу не сдаваться во время дистанции, потому что шла я вторая, а в итоге заехала первая. Даже не рассчитывал, что так хорошо выступлю. Рассчитывал на призы, но не ожидал того, что будет первое место. Ставила цель третье, четвертое место. Вот. Но потом так сложилась судьба, что я выиграла. Не могу поверить до сих пор. В адрес медалистов, а также их наставников и всех причастных к подготовке спортсменов прозвучало множество теплых слов. Первый вице-президент НОКа Игорь Рачковский и министр спорта и туризма Александр Шамко вручили ребятам заслуженные награды, а также удостоверение мастеров спорта международного класса. Весомую лепту в чествование атлетов внес и президентский спортивный клуб, стипендиатами которого является половина выступавшей в Нанкине команды. Остается надеяться, что эти ребята будут постоянно прогрессировать и в ближайшие годы прославят родную Беларусь на самых престижных мировых стартах. Я надеюсь, что когда мы поедем на Олимпиаду в Рио и Токио, я думаю, все эти ребята, которые выступали, будут бороться за медали достойно. У нас команда была очень сильная, и я надеюсь, что в Рио тоже медаль будет.